Мой любимый политический анекдот прекрасно иллюстрирует всю суть украинских СМИ. Приходит мужик в больницу и говорит: «Здравствуйте, мне нужен врач ухо-глаз». Ему говорят: «Подождите, такого врача нет и не бывает. Есть два разных врача – окулист для глаз и ухо-горло-нос для ушей». Он говорит: «Но вы знаете, у меня такого рода проблема, что мне обязательно нужен только ухо-глаз». Ему говорят: «А какого рода у вас проблема?» И мужик отвечает: «Вы знаете, я слышу одно, а вижу совсем другое».